Денежное дерево – это символ материального благополучия, успеха и талисман денежной удачи, поэтому поставить его на подоконнике хотят очень многие. Ухаживать за деревом, чтобы оно радовало вас своей магией, нужно очень трепетно и нежно, и особенно важно уделить внимание правильным подкормкам. За долгие годы выращивания этого цветка мы перепробовали много удобрений и остановились на очень простом и мощном народном средстве. Денежному дереву нужен азот, но в небольших количествах. Дефицит азота может привести к пожелтению нижних листьев, но избыток этого микроэлемента очень опасен для красулы, поэтому важно не переборщить. А вот калий и фосфор – другое дело. Они очень важны для толстянки, и без них дождаться цветения вы не сможете. Развитие растения будет медленным и болезненным, листва будет опадать, и в целом внешний вид суккулента будет печальным. Минеральные магазинные составы можно не использовать, а сделать очень простое натуральное удобрение из подручных средств. Это обычная древесная зола. Она насыщена калием, фосфором и кальцием, которые дадут комплексный эффект, оздоровят листья и стебли, защитят растения от болезней, помогут ему ярко цвести и долго жить. Чтобы приготовить удобрение, необходимо взять 1 стакан древесной золы без химических примесей, залить 1 литром горячей воды и настоять в течение недели в сухом и прохладном месте. Через 7 дней настой будет готов и можно вносить раз в 1-2 недели по стакану такого удобрения после полива. Результат не заставит себя долго ждать.